Здравствуйте. Добрый день. В студии снова мы. Ученики Зигмунда Ивановича Фрейда. Ассенизаторы вашего подсознания. Тревожно в мире. Многие люди остро нуждаются в помощи психоаналитиков. И сегодня мы дадим рекомендацию наиболее интеллектуально незащищенной группе населения. Нашим младшим сестрам по разуму. Блондинкам. Говорят, если человек родился блондинкой, то потом ему уже ничем не поможешь. Но это не так. Конечно, не так. Есть сообщение, что один мужчина из Улан-Батора научил свою блондинку приносить ему тапочки. Невероятно. Значит, мы недооцениваем блондинок. Как и мужчин из Улан-Батора. Да. Кстати, наша секретарша Анжела тоже блондинка. Поэтому сегодня мы, психоаналитики, рекомендуем для блондинок новое, комплексное, японское гомеопатическое лекарство. Это лекарство может укрепить хилый интеллект блондинки. Таблетка, как и мозг, состоит из двух половин. Левая половина таблетки для левой половины мозга, правая для правой. Анжела, подойдите, пожалуйста, сюда. Как применять лекарство? Вы берете таблетку двумя руками, вот так. Вызывали? Ломаете ее на две части прямо о голову блондинки. Ой, а че это было? И скармливаете блондинки. Что-то я ничего не поняла. Спасибо, Анжела. Замечательное лекарство. Я думаю, блондинки прислушаются к нашей рекомендации. Обязательно прислушиваются. Слух у блондинок разве хорошо? Так же, как зрение и нюх. Японские фармакологи выпускают это лекарство под японским названием. И не буду я глупа. Если вы родились блондинкой, смело спрашивайте этот препарат в аптеках города Токио. Города Хиросима и города Нагасаки. На сегодня все. На сегодня все. На сегодня все. А в следующий раз мы расскажем вам о чудо-лекарстве для слишком умных брюнеток. До новых встреч!